Уже по традиции в канун Нового года в Доме правительства вручили государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Благодарности и почетные грамоты вручили тем, кто трудится на земле, работает на производстве и воспитывает детей. Каждый из нас, не только здесь сидящих, каждый, кто живет в Чувашской Республике, кто работает, трудится на различных местах, конечно же, желает и делает все для того, чтобы республика была комфортной, была безопасной, чтобы здесь было приятно находиться, растить своих детей, ну и, конечно же, смело смотреть в будущее. Впервые медиков республики удостоили ордена Пирогова. Напомним, его учредил весной глава государства за особые заслуги в борьбе с опасной инфекцией. Главный врач Центральной городской больницы Чувашской республики Татьяна Маркелова получила благодарность президента России. Для меня, конечно, очень огромная честь получать сегодня вот эту награду, но втройне мне приятно, что эта награда является оценкой работы, то есть признания работы нашего целого коллектива, всех медицинских работников, тем более в такое непростое время в борьбе с коронавирусной инфекцией, и вдохновляет на дальнейшую работу на благо пациентов нашей республики. У каждого из 26 награжденных своя любимая работа. Они привыкли выполнять ее профессионально, с полной отдачей сил. Глава региона пожелал им новых побед и удачи в следующем году. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.